Хе-хе, ребята, с вами Амик, и сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор пэтсов, в симулятор животных. Да, ну что ж, мы сегодня с вами попробуем, ребяточки, немножечко дальше прокачаться. У меня есть 20 тысяч золота, и у меня вот небольшая есть дилемма. Либо мы сейчас с вами открываем одно яйцо за 12 тысяч золота, либо мы с вами сохраняем все золото и бежим открывать вон те ворота, которые у нас закрыты, и нам нужно всего лишь 25 тысяч коинтов. И я думаю то, что мы с вами лучше давайте, знаете что? У нас, в принципе, сейчас более-менее прокачанные зверушки, и мы попробуем их, кстати, мы можем их сейчас как раз-таки и улучшить. Да, мы давайте это как раз и сделаем что-то. Я даже и забыл их улучшать, а у меня они уже очень высокого уровня, и это хорошо. Да, и мы с вами, давайте, знаете что сделаем? Мы сегодня с вами откроем вот эти ворота. Ставь лайк, если хочешь узнать, что за ними. Потому что мне очень сильно интересно. Ну, а мы с вами будем сейчас максимально искать золото. И это хорошо, потому что, смотрите, мы сейчас прокачали наших зверушек, и они действительно сейчас дают очень большие суммы золота. И это хорошо. Так, ну что же, ой, смотрите, быстрее, бегите за этим кусочком золота. У нас осталось, кстати, совсем немножечко. Честно говоря, я даже не ожидал то, что я так быстро прокачаю своих зверушек. Так, бегите быстрее. Надо хватать золотишко, пока оно лежит. И смотрите, чем лучше мы прокачаем наших животных, тем больше и быстрее они приносят нам золотишко. Так, бегите, давайте вот сюда сначала. Сбегайте, а потом дальше бегите. Оп-оп-оп, беги. Ох, ничего себе, у него маска какая крутая. Вот это да, я бы тоже такую маску, кстати, хотел бы. Ну да ладно, так. И что же мы на этот раз получим? Золотишко побольше. Хочется уже, конечно, открыть вот те ворота. Я думаю, то, что там просто-напросто больше золота. Больше золота, и мы с вами быстрее сможем насобирать больше золота и прокачать своих малышей. Почему бы нет? Я считаю, что это будет правильнее, чем тратить сейчас на разные тиры. И мы так никогда в жизни не накопим на прохождение в следующую страну. Хочется посмотреть, что же там уже происходит. А то, мало ли, там без меня что-то интересное происходит. Так, ну, где-то здесь должно быть 100% какие-то сундуки. Где сундуки вообще? Эй! Так, 25 коинсов мы с вами получаем, это все, конечно, хорошо, и я, в принципе, рад этому. Так, и что же? Давай, 22 тысячи, нам чуть-чуть осталось, давайте вот это тоже собирайте, по чуть-чуть, понемножечку, по самым капелюшечкам, и мы с вами сможем прокачать. Ой, кто это меня добавил, друзья? Давайте добавим друзья, что ли. Так, оп-оп-оп-оп. Все, мы смогли это сделать, ребяточки. И что же? А, нет, мы еще пока не смогли сделать, нам чуть-чуть осталось. Я хочу, понимаете, хочу найти поскорее хочу найти, знаете что? Сундук. Потому что за сундук действительно много дают коинсов. И мы с вами сможем спокойненько уже накопить 25 тысяч. Ну, у меня уже практически 25 тысяч осталось. Опа! Быстрее! Эй, кто? Мы самые первые успеем или нет? Да, мы самые первые прибегаем на этот сундук. Надо, главное, его никому не показывать. Давайте мы быстренько его попробуем открыть. Будем помогать нашим малышам открывать этот прекрасный сундук. И что же? Ой, смотрите, уже прибежали барсуки какие-то. Хотят наши денежки себе забрать. Не уйти, у вас ничего не получится. И бабах, все, отлично. 25 тысяч у нас есть в кармане. Отправляемся на новую локацию. Я вот, честно говоря, даже не думал, что мы когда-нибудь сможем открыть эти 25 тысяч. У нас уже накопилось. Мы с вами большие молодцы, друзья мои. Мы с вами просто супер. Ну что же, открываем. Давайте. Открываем мы с вами, естественно, за 25 тысяч. И что же тут? Здесь какая-то зима. Либо здесь не так весело, как в прошлой локации. Сейчас мы посмотрим, сколько мы с вами будем получать за вот таких маленьких монеток. А, ничего себе. Это хорошо, слушайте. Это здорово, тут намного быстрее мы с вами прокачаемся. Это очень хорошо.
Так, и наши, кстати, животные тоже намного быстрее прокачиваются. Это какие-то шайбы, долларовские шайбы, да? У меня есть 4 питомца, я 2 удалил, потому что, ну, чтобы они мне просто-напросто не мешали. Я надеюсь, что нету тут никаких, знаете, возможностей скрещивать их. Если есть такая возможность, было бы круто. Но, по-моему, я посмотрел, нету такой возможности, к сожалению, для меня, либо для кого-то еще. Так, ну что ж, давайте мы с вами отправим туда. Я надеюсь, то, что здесь будет тоже сундуки выпадать. О, нет, вот. Погнали. Или что? Давайте попробуем тогда. Ой. Да нет, собираем, собираем. Смотрите, насколько тут быстрее. 400 тысяч надо насобирать. Вы серьезно? Вы серьезно? Нужно 400 тысяч тут насобирать. Но вон кто-то бежит, конечно же, за вот этим вот прекрасным сундуком. И не сундуком, вернее, это не сундук, это просто большая-большая коллекция вот этого золота. И я надеюсь, то, что мы сейчас с вами заполучим эту большую-большую-большую-большую гор золота. Давай-давай-давай-давай-давай! Слушайте, мы так быстро опыт получаем. Как мы видим, это просто баг. А это, к сожалению, просто баг. Ладно, давайте прокачаем наших питомцев еще. Я просто хочу им максимально, чтобы они мне приносили много-много именно коинсов. Я очень сильно это надеюсь. Смотрите, как они быстро пылесосят. Какие они все-таки молодцы. Ну, вы же видите, да, какая тут атмосферочка. Опа. Давай-давай-давай-давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, давай. 10, 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И да, отлично. Бегом за вот этим вот прекрасным сундуком. Так, надеюсь, нас никто не видит. Надеюсь, нас никто не видит. Я очень хочу, чтобы мы смогли забрать все эти монетки. Ой, как же мы долго будем эти все монетки собирать. Но я надеюсь, что мы выпылесосим просто этот весь сундук. Уже, смотрите, 9 тысяч с половиной осталось. И, о, так мы, кстати, очень хорошо помогаем. Так, ну его долго придется, конечно, тут кусать и из него пылесосить все золото. Я надеюсь, что мы с вами тут не год. Да, надеюсь, что мы тут не год с вами будем открывать сундук. Ну ладно, давайте я сейчас быстренько промотаю. Ну что ж, друзья, мы наконец-таки получили уже этот сундучок. Отлично, у нас, смотрите, аж получили много. Сколько мы с вами получили? Ничего себе. Это как так? Ладно, мы сейчас с вами распределим по зонам, где мы с вами будем собирать много-много монет. И, естественно, сейчас мы быстренько наших малышей прокачаем. Здесь, о, ничего себе, мы с вами агилити, да, прокачали. Все, отлично. И здесь мы тоже, в принципе, можем коинсы прокачать. Везде мы будем, естественно, коинсы прокачивать. Почему бы нет? Почему бы нет? Так, у нас какого уровня? 13, 18 и 23 уровня? Ничего себе. Это скоро у нас рейтинг-то увеличивается, по ходу дела. Чем больше рейтинг, тем лучше. Ладно, мы с вами вроде как получаем потихонечку, понемножечку золотишечко. И давайте-ка вот сюда отправимся, а то мало ли что. Так, посмотрим, сколько тут осталось вообще монеток. Сейчас смотрите, сколько тут, 6 других питомцев. Не-не-не, вернитесь, пожалуйста. А то мне хочется побыстрее уже получить свои монеточки. Хочется, знаете, сегодня открыть парочку новых питомцев, которые будут с хорошим рейтингом и которые, ну, хотя бы тир 3 открыть. Мы с вами же тир 3 вообще не открывали, да? Тик, тик и тик. Пока мы с вами тут собираем все эти монетки, мне кажется, у нас... ну, тут, конечно, очень мы их много собираем, но мои животные пока что не предназначены для этой локации. Все-таки они еще слабенькие. Довольно-таки сильно слабенькие. И приходится вот прям так сидеть и ждать. Но я, в принципе, не унываю. И собираюсь все больше и больше собирать золотишечко. Главное, ребятушки, главное, чтобы мы с вами могли и дальше прокачиваться быстро. А мы это сделаем прямо сейчас, почему бы нет. Так. А, мы вместе играем, я что ли? Я что-то не понял. Мы, по ходу дела, играем абсолютно вместе. Мне тут что-то, может быть, написали, нет? Да, действительно, мне тут что-то написали, а я даже этого не видел. К сожалению, я не знал, что так можно сделать. Ого, вот это да. Ладно, я думал, просто тут будет высвечиваться чатик, а нет, не высвечивал. Так, ну, вроде как мы действительно стали намного быстрее прокачиваться, и это хорошо. Нам, видите, еще помогают во всем.
Так. И раз, два, три. Все, на следующую шайбу. Я их буду шайбами называть, они действительно похожи на хоккейные шайбы, да? Так, раз, два, три. Слушайте, ну намного быстрее мы с вами прокачиваемся, когда мы в команде здесь качаемся. Отлично. Так, пылесосим дальше. И оп-оп-оп-оп-оп. Высасываем все. И сколько мы с вами получаем? Эй, а чё это так мало получаем-то? Ой, кстати, да, действительно мало получаем. Это очень плохо. Это очень плохо. Она нам, видимо, мешает специально. Не надо мне мешать, тётенька. Пожалуйста, не мешай нам. Ну мы хотим самостоятельно прокачиваться. Эх ты, мешательница. Ладно, мы найдем другое себе местечко. И вообще бы хотелось бы перезайти. Ладно, давайте на разные просто натолкнем и будем высасывать из всего подряд. Так, отлично. Вперед, 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 вперед. Забираем все, что можно. И оп. Смотрите-ка. Не, я не понял, она с нами играть хочет или что это? Как-то какая-то странная, да? Вы тоже заметили то, что она какая-то странная? Может быть, нам лучше с вами перезайти? Опа! Бежим быстрее! Так, все, там все, все, парни, расходимся. Тут сундук, большущий сундук, надо его срочно высасывать в команде. А слушайте, мы, наверное, очень долго его будем высасывать, потому что вы посмотрите, сколько здесь животных. Ну, сейчас мы посмотрим, как быстро его высасывают. Ой, 36 тысяч золота. Ладно, мы, наверное, тут сможем. Давай, 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 беги быстрее. О, ничего себе, какая крутая маска. Это же маска человека-муравья, по-моему, да? Да, это, по-моему, действительно человек-муравей. Ну что же, смотрите, какой мы с вами сундук смогли приобрести. Я вот так вот хочу вам показать. Ха, смотрите, как крут, по-моему, очень замечательно. Это третья локация, это вторая, вернее, да? Это вторая локация. Мы с вами все-таки тут присосались очень хорошо к, ну, вот к этому сундуку. И посмотрим, какие вообще животные есть. И тут есть котейки, вон барсук, видите, да, вон там вон барсук. Такой вот, как его найти-то? Тут есть, я видел... это кто такой? Это утконос, что ли? Или кто это? Ох ты! Вот это да! Ну ладно, мы... слушайте! 9 питомцев на один сундук. Это, по-моему, очень много, но мы с вами получаем тут очень много золота. Сейчас мы проверим, сколько мы получим золота. Мне даже интересно стало. С большого сундука, плюсом тут его все пытаются высасывать, потому что у всех вон питомцы такие же, как и у меня. Они слабенькие достаточно. Но, смотрите, они друг на друге стоят. Ой, смотрите, как миленько. Они действительно запрыгнули друг на друга и стоят, смотрят такие... Все, у нас осталось 13 тысяч, достаточно быстро мы высасываем деньги из этого сундука, и это хорошо. Нам потом нужно будет отправиться посмотреть. Кстати, Мими Герл, оказывается, моя подруга. Вон, видите, можно посмотреть, если тап нажимается, вот видите, Мини Герл действительно моя подружка. Круто. Добавляйтесь, кстати, ко мне в друзья, Play Toy Game, у меня ник... Добавляйтесь, будем играть вместе, приходите как-нибудь. Может даже постримим Майнкрафт, говорю. Роблокс, потому что Роблокс мне в последнее время нравится играть. Люблю играть в Роблокс, как-то он не надоедает. А раньше мне он не очень был интересен. А сейчас я прямо люблю в него играть, потому что есть прикольные игры. Ну или карты. Так, ну что, мы с вами сейчас получим очень много. Смотрите, утконос какой крутой. Тоже хочу такого утконоса. Ну что же. И бабах! Мы с вами получили уровни. Это здоровски. Это очень хорошо. Ладно, давайте сейчас попробуем сделать вот так вот. Увеличим скорость. И на каком? На 60 уровне тут откроется Agility 2. То есть намного будет скоростнее он. И это хорошо. Ладно. Так, здесь мы с вами что получаем тоже? Коллекция коинсы. Отправляем дальше, потому что он у нас самый сильный, самый быстрый. Смотрите, как он будет. Пылесосить. Давай, 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 давай. Тут у нас осталось совсем немножечко. Я хочу еще кого-нибудь купить. Честно говоря, действительно, хочу кого-нибудь купить. Давайте мы с вами накопим 40 тысяч на новое яйцо. Давайте с вами действительно 40... Ой, там сундук. Там сундук, ребят. Давайте мы еще один сундук пока попробуем высосать. А я что-то его даже пропустил. Вот это да. Как же так получилось у меня? Давайте я его пока буду открывать, да, и мы немножечко подождем. Ой, там еще бегут котейки.
Ну, здоровски. Как же я люблю эту игру, потому что здесь действительно много всяких животных. Ребятушки, ставьте лайк и пишите, какое у вас есть животное. Какого тира у вас, во-первых, есть животное. Потому что мне интересно, как мои подписчики играют, как мои зрители играют в эту игру. Когда-нибудь действительно, я считаю, можно стрим провести именно по этой игре. Но я думаю, сначала мы будем с вами развиваться в этой игре. Ну, а потом... будем проводить стримы, когда уже вон там, вот видите, какая есть... Давайте посмотрим, как там какая есть локация. Вон, видите, за 2 миллиона 500 тысяч можно будет открыть окно. И, наверное, когда мы здесь будем с вами так вот играть, я думаю, можно и постримить с вами, пообщаться, да? Так что подписывайтесь, кто... Ну, кто еще не подписался, подписывайтесь. Будем играть в Roblox на стриме, будем, может быть, даже вместе играть. Может быть, банду свою создадим? Клан в Роблоксе? Как вам такая идея? Пишите в комментариях. А то что-то я даже не знаю. Ну что ж, мы, в принципе, с вами уже практически открыли сундук. У нас осталось 10 тысяч. И тут просто так быстро высасывают. Вот почему, знаете, вот есть такая симулятор пчел, да, есть в Роблоксе. И там можно пчел... Вот сколько угодно, чтобы за тобой бегало. Здесь, к сожалению, только трое с вами животных может бегать. Но зато, конечно, их проще прокачивать из-за этого становится. Потому что, представьте, если бы у вас было бы их, например, 50, как бы вы их прокачивали? Все-таки тут есть доля такого важного фактора, то, что их все-таки нужно всех прокачивать. А если их будет слишком много, то это просто будет какая-то неразбериха. Ну да ладно, ну что ж, мы с вами получили достаточно много золота, я вам скажу. Так, ну ладно, давайте продолжаем собирать. А здесь у нас есть, у нас улучшение есть. Это хорошо. И кто-то у нас еще, еще чуть улучшили. Ладно, а как, кстати, давайте посмотрим, может быть, у них действительно скоро уровень у кого-то будет. Так, тик. И у нашего Ноах. У него имя. Такое странное имя. Рико. Банни. Ну, это и зайчик. Это, получается, White Dog. Белая собака. Мартин. Ого! Крутое, да, имечко? Мартин. Прикольно. Кстати, я вот задумался, такой сижу сейчас. А это же хорошо, что мы их вот так вот распределяем по одному, да? То есть они пока быстро-быстро пылесосят, а мы с вами получаем потом много-много очков. Это здорово. Ладно, надо смотреть аккуратненько, потому что здесь могут быть какие-нибудь... Не знаю, даже подумать не могу. Здесь какие-нибудь сундуки могут быть, 100%. На этой карте, на этой локации намного быстрее, кстати, мы прокачиваем наших котеек. Вы заметили? Они просто, ну, очень быстро прокачиваются. Они уже 28 уровня. Вы вспомните, как мы были на прошлой локации. У нас практически... Ну, там, во-первых, очень много было людей, которые... Вот, так, еще забираем. Было очень, конечно, много людей, которые пытались нам мешать постоянно. Но мы, знаете, как-то справляемся сейчас намного лучше, чем раньше. Слушайте, а давайте сейчас сделаем такой тест небольшой, да? Сейчас мы отправим сюда на подмогу. Стоит ли помогать именно животным или не стоит? Ну-ка, раз, два, три, давайте. У нас, кстати, уровень 16 получил. Отлично. 16 уровень, это хорошо. У нас уже 16 уровень, ничего себе. Да, действительно. А, или это, подожди, какой уровень-то? Да, 16, все верно. Так, давайте-ка мы его немножечко проапгрейдим. У нас как раз можем мы его проапгрейдить тут. О, отлично, у нас Банни получил еще. Слушайте, а этот сразу 2 получает, да? А жалко, тут не пишется тир. Мне очень сильно был бы интересен был бы тир. Хотя, вы слушайте, вот как бы на одну штучку отправляю, намного быстрее получается. Что-то я серьезно, надо было так изначально делать. Так, вперед. А то я на разные отправлял, а они пока для этой карты слишком слабенькие, я бы так сказал. Так, ну что же. Я когда, знаете, открою тир, не знаю, может быть, 5-й тир сразу попробую. Я хочу 40 тысяч накопить. Хочу 40 тысяч накопить на следующего... какого-нибудь зверька. Сейчас мы, конечно, с вами откроем там 1027. Я что-то не помню. Слушайте, а я действительно забыл. Эй! Вот это да. Надо будет вспомнить. Надо будет до туда сбегать, посмотреть, сколько там будет малыши стоить. Я бы хотел приобрести их. Так, что тут у нас? Сколько у нас тут?
Три пэта. Угу. Жалко, здесь нету возможности купить еще одного пэта. Было бы очень круто. Я бы, наверное, купил бы еще одного пэта. Так, и опять мне тут пришли мешать, да? Эх, ну зачем ты мне мешаешь? Мне не важно. Так, здесь ничего нету. Так, саунд можно отключить. Лоу детализация. Не, мне не нужна лоу детализация. Премиум шоп. Это что у нас? Это у нас... семь питомцев? Это как так? Ничего себе, 7 питомцев можно завести. Оказывается, есть тут такая возможность. Ого. А, или это просто 7 питомцев открываемые? Это что? Не, тогда это не очень интересно. Ничего себе. 100 макс. Ничего себе. Ничего не понимаю. Подождите. У нас максимальное количество питомцев сколько? Я бы хотел увеличить наше максимальное количество. Что-то это как-то очень странно. Вам не кажется? Мне почему-то кажется. Ничего себе, там парень уже пытается туда пройти. Он туда может пройти и здесь играет? Зачем он это делает? Очень странный парень. Я тоже туда хочу, пустите. Пустите меня туда, я тоже хочу туда. Он читер. Он действительно читер, может быть? Вам так не кажется, друзья мои? По-моему, он действительно читер. О, мы снова уровень получили. Чё-то мы тут очень быстро уровень получаем, вы не замечаете? Вообще просто каждый раз, когда мы собираем, мы получаем опыт. Очень много опыта. Здоровски. Ладно. Сейчас мы с вами еще больше получим. Я надеюсь, то, что мы сегодня что-нибудь дотроим. Так, так, так. Не, давайте... Вот, у меня идея. Пускай они отправляются на ту шайбу, а мы пока сбегаем до шопа. Да, как вам такая идея? Слушайте, а можно действительно оставлять зверей там без присмотра, а мы пока бы сбегали до шопа и посмотрели бы, сколько там яйца стоит? Потом же они все равно уже прибегут, так ведь? О, ничего себе. Так, ну тут очень-очень редко падают сундуки. Здесь намного чаще, вот в этой локации, в первой локации, намного чаще падают сундуки, но за них очень мало дают золота. Сейчас мы с вами действительно копим просто большое количество золота. Мы сегодня за серию практически накопили снова 25 тысяч. Хотя я как бы подготовился немножко к серии и насобирал в первой локации, но в принципе ладно. Так, давайте посмотрим, на какой мы тир можем приобрести. А вот и 12-й тир, кстати, да? Ну давайте попробуем яичко одно приоткрыть. Ха, и что ж тут у нас? Бабах! Ого! Это такой миленький щеночек, вы видели? Вы видели этого щеночка? Крутецкий! Это очень крутой щеночек! Прям такой миленький, красивенький! Слушайте, ну это очень здоровски! Так, ладно, я думаю его поменять на котейку, либо... Я не знаю, слушайте, так-то, вот честно говоря, наверное, придется менять его вот на вот этого зайчишку. Да, действительно, придется менять его на зайчишку. Так, давайте-ка мы это и сделаем. Так, его, наверное, в сторону надо убрать. Так, давайте его вот так вот... подбэк. И... Вот, все, смотрите, у нас вот такой вот прелестный малыш есть. По-моему, очень круто. Ну ладно, отправляемся мы с вами. Давайте он немножко покажет свои силы. Смотрите, как он быстро это все будет пылесосить. И все. Так, отлично. И нам надо с вами как-то, я не знаю, где наши все малыши? Что-то я не могу понять. Слушайте, может быть, мы его сможем отменить? Да, давай. Мы с вами сейчас очень много тут золота соберем. Я хочу еще 14 тысяч. Я действительно хочу еще 14 тысяч. Давай. Опа, отлично. Мы там, кстати, уровень получили. Тик. Ну-ка, за сколько они секунд это все соберут? Просто вжим-вжим-вжим, все, съели. Вот это да, конечно, на этой локации просто, ну, смешно уже становится играть, потому что, ну, вы намного уровнем сильнее. Ладно, давайте их раскидаем по разным монеткам, чтобы они просто больше денежек собирали. Тут действительно лучше им давать задания другие. Так, у нас тут надо какую-нибудь шайбочку побольше найти. Где тут шайбочка? Так, шайбочка. О, давайте посмотрим, сколько они теперь смогут. Так. Эй, ребятятки! Эть! Еще раз, забегай.
Слушайте, ну они так быстро собирают. Ого, вот это да. Не, ну слушайте, мы с вами тут действительно получим очень много денежек, если будем их сразу вместе отправлять. Действительно, за это мы с вами в два раза быстрее. Ну-ка, давайте посмотрим. Ничего себе, они пылесосят. Вот это да. Вот это да, они действительно очень быстро пылесосят. Все, засосали. И теперь получат, естественно, золотишко. И опыта. Да, давайте, кстати, прокачаем нашего малыша. Надо ему коинты все-таки подувеличить. Скорость, конечно, у него... Я вот не понимаю, скорость на что-то влияет или что? На скорость сбора, либо на скорость... Не, я как понимаю, сбор засчитывается только за тот момент, когда вы именно, ну вот, он засасывает. То есть, смотрите, не, ну он очень быстро, они очень быстро работают. Это здорово. Ладно, мы сейчас быстренько накопим с вами на еще одно яичко и его откроем. Смотрите, что я тут нашел. А я нашел тут сундук, да, и который я уже практически открыл. Ну что же, я думаю, то, что мы сейчас получим очень много золота и пойдем открывать. Ну, я надеюсь, да, мы это сделали. Отлично. Ну, пойдемте мы с вами пока вот сюда отправим малышей. Мы пока бежим до шопа, и я думаю, то, что мы с вами можем их проапгрейдить. Я думаю, то, что котейку мы с вами... Ну, котейка нам уже, по идее, не нужен. Че, у нас уже есть вот такой вот... Далматинец, это же точно, далматинец, круто! И далматинца мы, естественно, будем сейчас прокачивать, потому что у него статы-то посильнее, чем, ну, вы видите сами, да, у котейки 27 на 5, а у моего малыша все-таки, ну, у далматинца у него побольше немножко статистика. Ну ладно, не статистика, а стата. Так, мы, в принципе, можем накопить вот на такое яйцо, либо вот на такое, ладно. Давайте мы все-таки тир немножко увеличим наших котеек и собачек. Так, ну что же мы сейчас с вами получим? Баб, свинюшка! Свинюшка! Крутецки! Я не ожидал, что мне сегодня свинюшка попадется. Давай попробуем. Сейчас мы тогда попробуем. Знаете, что сделать, ребятушки? У меня такое ощущение, что мы с вами можем просто... О, мы, кстати, тут все сундуки сейчас у них поедаем, потому что мы просто уже уровнем посильнее. У свинюшки вы посмотрите сколько. Срочно, срочно убираем и срочно ставим свинюху на первое место, потому что оно очень хорошо высасывает вот эти вот монетки. Кстати, давайте посмотрим, какой рейд. Я понял. Рейд, скорее всего, увеличивается за счет того, то, что... Вы прокачиваете своих питомцев. Все, я понял, я разобрался. Правда, у свинюшки, смотрите, скорость очень маленькая. Ну, очень медленно передвигается. Но это не беда. Это не беда. Ладно, мы с вами тогда давайте подойдем в эту локацию еще зайдем. Я думаю, можем мы тут еще что-нибудь насобирать. Тик-тик-тик-тик-тик. Что это тут у нас? Свинюшка, давай быстрее! Ты чего? Давай быстрее! Смотрите, какая она смешная! Все-таки свинюшка! Давай-давай-давай! Собирай! Собирай вкусноту! Смотрите, как быстро... Просто пылесосят! О, наконец-то! Мы научили своих животных пылесосить быстро, золотишко! Отлично! Ну что же, ребяточки, я думаю, вот на этой отличной ноте мы с вами сегодня очень много животных, ну, увеличили. Не, ну мы, ладно, мы сегодня, я хотел больше яичек получить, но вы сами понимаете, мы пришли в новую локацию, а новая локация все-таки, она немножечко... посильнее прошлой. Нам, конечно, на 400 тысяч каким-то образом накопить, и... Но я думаю, для начала нужно немножечко прокачать наших все-таки животных. Как вам такая идея? А потом уже мы с вами сможем действительно очень быстро накопить. Так, давайте, кстати, подумаем. Может быть, нашу свинюху как-нибудь можно проапгрейдить в скорость? Или... Не, конечно. Ладно, будем делать, как делали. Мы с вами... Слушайте, а почему вот этот щенок у нас очень быстро прокачивается? Что-то я не могу этого понять.
Ладно, разберемся. Ладно, увидимся, ребятушки, уже в следующей серии. С вами был Амик. Подписывайся на канал, ставь лайк. Если хочешь продолжение, лайк. За свинюшку. По-моему, очень крутой. Далматинец и еще малышка White Dog. Ну что же, увидимся уже в следующей серии. Обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Увидимся уже скоро. Всем удачи, всем пока. Добывайте много золота. Пока-пока!